Папа Делич, поздравляю с победой. Хочу вас попросить поделиться впечатлениями об этом матче с Ижевском. Очень хороший спарринг, хорошего уровня команда, организованная, обученная. Скажу, что очень много было борьбы и в тактическом плане, и в борьбе неуступчивы были обе команды. Борьбе, может быть, слишком даже для контрольной игры, слишком жесткая игра. У них травму парень серьезную получил, у нас Мичуренков серьезную травму получил. По содержанию игры, в принципе, мы планировали, что с первых минут начать активную игру и при потере мяча прессинговать и попытаться забить быстрый мяч, а потом опуститься и за счет контроля мяча, за счет подготовленных передач и быстрого перехода от обороны к атаке, используя оперативный простор, попытаться увеличить преимущество. В принципе, первая часть у нас получилась, вторая тоже получалась. И в первом тайме, и во втором тайме очень много было хороших выбеганий, переход от обороны к атаке быстрый. Не хватало только немножко в завершающей стадии атаки, вот именно в концовке. Либо последние передачи, либо как в последнем моменте Сушкин просто не использовал, находясь практически в 5 метрах от ворот, хорошая скоростная атака, все. А так я доволен той отдачей, которая была, и есть претензии по оборонительным нашим действиям. Слишком глубоко линия обороны садилась к своей штрафной площади, вот именно не в плане оборонительных действий, а в плане развития атаки, глубоко, и много через вратаря играли, и здесь был немножко дисбаланс, разрыв между линиями был. А так, то, что касаемо того, что мы наметили, вот именно быстрые атаки, смотрелось хорошо, выбегали по 4-5 человек в атаку, хорошо действовали.